Так, бабушка у нас обязательно. Бабушка. Так, с бабушкой мы Е4. Бабушку тоже поздравляем с 8 марта сразу. Бабушка, кто это у нас? Бабушка-то. Бабушка Накамура, видимо. Ёлки-палки, ничего себе. Прошу прощения, если я что-то не то сказал. А фотография просто такая. Так, испанку кто-то заказывал вчера. А, в каком месте ошибся? Ну, я скажу тогда после. Ну, в дебюте можно было нас жестче сыграть. То есть я там b5 пошел, но cb надо было бить. Вообще, как бы считается, слон b4 лучше не допускать. В этих позициях. Если не допускать, то надо слона немножко в другое место развивать. Вот, а как получилось? Ну, b5 надо брать, конечно. Да не за что, там как бы подробнее сложно говорить. Ну давайте, бабушка знает теорию, видно. На синих ладонях несет корабли. Не знаю, знаешь. Слон c5 неправильный ход, надо играть конь bd4, обязательный ход, и потом играть d6 или d6 сразу. Но слон c5 это неправильный ход. То есть партия у черного сразу тяжелейшая. Идет на e4. Атака на короля идет сразу же. Ищет слон. Грозит уже ход конь f6 при случае. Помимо всего остального. Грозит c5. Продолжаем нагнетать. Так что ферзь не ходил. Могу пойти конь f5, но не хочу, потому что это лишнее. Надо развивать инициативу дальше. Освобождаю позицию ферзю. Думаю, как посильнее сыграть. Мне кажется, вот такой ход может быть полезный. Как ни странно. Так, ну, немножко раскрутились черные на время. Хотя, конечно, раскрутиться с таким флангом крайне сложно. Ладно, невозможно. Слон c1, почему именно c1, чтобы не было слон d4? То есть дополнительных каких-то активностей. То есть поле d4 контролируется ферзем. На e3 он поменялся. Так,
это могу игнорировать. Так, хорошо. И теперь уже заканчиваем партию. Опали на G7, на G6. Ну что, здесь, видите, ошибка бабушки была в том, что забыли теорию. То есть разыграли правильно, слон C5. Грубейшая ошибка, которая уже привела к краху. Ну, то есть 7-й ход уже решающая ошибка. Вот, то есть вместо слон c5, здесь либо d6, здесь есть интересная идея e6, ну и естественно а b, конь e5, это вот лабуда уже проходили мы это все.